Аԥсны ахадара Рауль Ҳаџьымба инапы зҵааҩыз аусбӷа инақәыршәаны, Аԥсны министрцәа реилазаара аструктура аҿысшьақәа рӷәоуп. Аԥсны министрцәа реилазаара иаҵанакуа, аҳәынҭқарратә усбарҭақәа русҩцәа рхыԥхьаӡара еиҵартә роуп 7% рыла, ажьырныҳәа акы ҳҩныцқәа ҩажәа шықәсанӡа. Амала уахь иаҵанакӡом Аԥснытәи лахьчареи ҳаҩныҵҟатәи аусқәеи ҳашәахтәқәеи аиазгақәеи рминистрақәа Аԥсны аҳәынҭқарратә миграциатә маҵзура. Аԥсны аԥыза министр Валери Бганба журналистцәа излареиҳәаз ала, министррақәа иусбарҭақәа русҩцәа рхыԥхьаӡара еиҵатәхоит хышәи ханижәи жәохәҩык рыла. Иахьазы урҭ рхыԥхьаӡара наӡоит иҩныски бжьшәҩык рҿынӡа, атәы лахьчара министрреи ҳаҩныҵҟатәи аусқәа рминистрреи русҩцәа аламҵакәа. Аԥыза министр иажәақәа рыла аҳәынҭқарратә усбарҭақәа русҩцәа рхыԥхьаӡара аиҵатәра иалнаршоит ҩажәи жәаба ҩынҩа жәа миллион мааҭ рҿынӡа абюджет аԥарақәа реиҷаҳара. Самый главный вопрос, который мы смогли решить, и я считаю, что это первый этап в решении данного вопроса по фондам, то, что они сегодня уже становятся государственными учреждениями, практически все они будут в составе Министерства здравоохранения и социальной помощи, кроме дорожного фонда. Дорожный фонд будет в теле управления капитального строительства. То есть первый этап, связанный с внебюджетными фондами, практически решен. Второй этап – это будет поправки в закон, то есть будет единый социальный налог, который позволит уже практически полностью перевести все эти средства уже в бюджет с большим, естественно, контролем, с большим, надеюсь, эффектом их использования. Аԥсны министрцәа реилазаара аппарат акәзар, аҵыхәтәантәи хәышықәса ирылагӡаны, аусҩцәа рхыԥхьаӡара акырӡа еиҵахеит. Аԥыза министр иажәақәа рыла аԥхьа иҟан шәиҩынижәи зеижәҩык, анаҩс ԥшьынижәи жәафҩык рҟынӡа иагдырхеит. Аҵареи аҭҵарадыреи рминистрра, Аԥсны аҵара министрра ҳәа аԥсахра инадҳәаланы, ажурналистцәа ирызцәырҵоз азҵаарақәа рҭак ҟаҵо Валери Бганба иазгәеиҭеит. Ари министрра аҭҵарадырра анапы шалакымыз. Аминистрра аусҩцәа хаҭала. Аҵара хырхарҭала иаҳа ақәҿиарақәа адрыԥшларҭазы аусбарҭа ахьӡ ԥсахуп, иҳәеит аԥыза министр. Это даст, я думаю, улучшение качества обучения. Ну, кроме того, ну, давайте говорить, Министерство просвещения должно заниматься своим делом. У нас должна быть единая программа. К сожалению, не всегда у нас сегодня еще единая программа в школах. Где-то учатся по учебнику такого, где-то по учебнику другого. Я считаю, что это должна быть цельная единая программа. Ну, и как-то больше заниматься и Гальским районом нашим, посмотреть, что там мы преподаем, какие программы у нас там, какие учебники там. То есть работы для Министерства просвещения хватит. Это изменение названия, может быть, суть не изменится, их не работает, но я думаю, что все-таки нам активизировать работу в этом направлении нужно. А культура и турых культуры тныха ахчерер министра, Аԥсны культура министра ха апсахра гасаразы Валери Бганба и хвита культура министра ахц шипсахызге. Уахи атынагуаз, а турых культуры тныха ахчераза департамент уянапацаха ишанхо, хазы иго усбартыны ишагамло. Аԥыза министр Валери Бганба убаски, а так хайцет избан акытын хамя министрры, а курорт куя туризмир за министрры, а хунткарат белакыха изыпсахуха итаз азарам. Состав кадров Министерства сельского хозяйства и Министерства по курортам и туризму со своими отделами. Это орган, как бы это сказать, управления. Это орган администрирования министерства. Да? Он управлял, администрировал отраслью. За эти годы произошли существенные изменения в этих отраслях. Если мы сегодня посмотрим, мы увидим, ну, может быть, 10%, и то нет, государственных предприятий в этих отраслях. Ну, по курортам и туризму давайте посмотрим. Курорт Вицунда, Афонская пещера и все. В сельском хозяйстве то же самое. Практически все в аренде, кроме 2-3 групп. Поэтому мы считаем, что их работа должна измениться. То есть уже нет необходимости администрирования этой отрасли. Нужно приводить политику государства в эти отрасли. Нужно заниматься рекламой ни одного предприятия, рекламой государства, я имею в виду, комитет по курортам и туризму. Надо заниматься увеличением роли науки, это имею в виду, комитет по сельскому хозяйству. У нас сорта не изменяются, по-моему, уже многие годы. Нам необходимо вести борьбу с вредителями, с карантинными сорняками. Мы должны помогать христианину, не мешать ему. Поэтому здесь голое администрирование, ну, абсолютно никому не нужно.
Айтакра Койрлцхен, Зигреха Замчхакт Баха, Загобзирахчера, министра Ауп, Штарнахас, Уахьядзна, Койта Джей, Ассоциатпе Курферирд за министра. У Баскепс нахадай Успхала, а министр Раядзна, Китабарта Хунткарат Усбартаква. Адванчарат Фонд, Апсна Ассоциатпе Капсе, Аджи Ахчерир Фонд. Ихам ПДТУ, а медицина Пгапса Афонд. Апсна Вларджинч Пилотпе и Башра Инвалидша, Рахунткарат Пи бюджетом Афонд. Министерство труда и социальной защиты занималось ну, практически теми же функциями. Это социальная защита населения. Сейчас о труде мы, я понимаю, что мы не можем говорить. Это фонды, если мы возьмем все фонды, кроме пенсионного фонда, все они занимались детьми, родителями. То есть те, все те социальные вопросы, которые, в принципе, да, решает и Минздрав. То есть их функции ну, настолько близки друг к другу, что я не вижу там, чтобы какое-то нагромождение было. Да, чуть-чуть будет, конечно, вот Министерство труда и социальной защиты, его функции чуть-чуть будут уже как бы, наверное, отдельным отделом. А то, что касается медстрахования, соцстрахования, они выполняли те же функции, что Минздрав. По большей части медстрахование, соцстрахование, ну, как бы дублировали. А министр Шарила Зараджо, я его Айла Туракурвагаджо, я хопшхой тахунткарат в Узбартаджусква реструктурокуры проект. Налач Хинджириеп, Степан Мартиросян, Руслан Орлов, Абцотеля Хопшра.